Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер один на странице 4. Прочитаем задачу. На елке было 5 шаров. После того, как Коля повесил еще несколько, число шаров увеличилось на 3. Сколько шаров стало на елке? Итак, из условия задачи нам известно, что было 5 шаров. Затем Коля повесил несколько шаров, и число шаров увеличилось на 3. Нужно узнать, сколько же шаров стало. Итак, было 5, стало, увеличилось количество шаров на 3. Увеличилось на 3, значит, стало больше на 3. Больше на какое-то число, чтобы узнать, сколько стало, нужно прибавить. К 5 прибавим 3, получится 8. 8 шаров стало на елке. У нас стоял вопрос, сколько шаров стало на елке. Мы дали ответ на этот вопрос. Можем записать ответ. Ответ, 2. 8 шаров. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу